нас запрос, да, был. Скажи, не зря ты приехала из Бостона сюда? Из самой Америки. Это стоило Жанков. Того, потому что если человек находит свой путь, и он идет по ступенькам, и дороги открываются, и просто я тебя случайно нашла на Ютубе, и потом быренько нашла сайт, и Джанкот тут же, и вместо Атлантического океана я просто решила, не поехать ли мне в Геленджик. Да. Вот, и приехала, и это просто вообще открытие техник, открытие, вот потому что, когда я слушала YouTube, я думала, как все просто, прослушав и Оша, и Зеланда, и там все здорово, но тут я думаю, ну как это русская женщина Полина Сухова так простенько все излагает? Мне надо вот эту систему как-то взять на вооружение, потому что я хочу простыми словами также рассказать, да, о воспитании детей с помощью матрешек, как матерям сказать, как детей воспитывать, что это души, которые приходят развиваться, как им помочь, как изменить систему воспитания в Америке и в России. Моя идея, дашь, как просто это сделать. Да. Ты у меня просто будешь учитель. Да? Я книжки все как бы беру, все методики буду использовать и будем сотрудничать, я надеюсь, в будущем. Просто я счастлива, что я сюда прилетела. Это стоило того. И тебе огромная благодарность вообще. Тебе благодарю, да, то, что ты целый океан пересекла для того, но чтобы это действительно стоило, это получить стоило такие результаты. Это, я нисколько не жалею, сколько там я потратила, это стоило. Прежде чем что-то получить, надо вложить, чтобы был баланс, получил, да, вложил. В себя. И Вселенная теперь с твоей помощью, с волшебными словами, волшебными книжками, просто мне поможет быстренько все это создать. То, супер, у тебя все получится однозначно. Я такая знаю. Сильная. Если ты в Америку ехала в свое время, прошла такой путь, то да, это-то уже остальное. Да, это... а теперь с таким помощником, с таким учителем это просто. Супер, я тебе благодарю. Будет... Спасибо. Благодарю тебя.